глядите сегодня у эфиры телеканала «Беларусь-2» первый выпуск с циклу программ «Экология Гомельщины». Это новый совместный проект Гомельского областного комитета природных ресурсов и аховы навокольного сяродзя и телерадиокомпании «Гомель». Первую программу цикла можно назвать уступной. Перед творчей группой телепроекта стояла задача познакомить глядача с особливостями Гомельской области. Первый выпуск расскажет про уникальность этого краю, его природные богатства и вырашение конкретных экологичных проблем. Глядите программу сегодня в 18:10 и завтра в 7:10 на телеканале «Беларусь-2».